В Российской международной академии туризма в Химках отметили значимый для будущих специалистов праздник. Это Международный день студентов. Первый проректор РМАТ Владимир Петюков поздравил собравшихся и напомнил, что поводом для памятной даты послужили драматические события, связанные с борьбой чешских студентов против фашизма. Этот праздник – символ единства студентов всего мира. Этот праздник имеет давнюю историю. Правда, изначально это были трагические события, но со временем жизнь внесла свои коррективы, и сегодня этот праздник стал светлый, яркий, радостный, объединяющий молодежь для того, чтобы они проявляли себя как молодые ученые, как прилежные ученики и добивались высочайших успехов в своей жизни. На мероприятии торжественно презентовали большую символическую зачетку. Сейчас этот документ является виртуальным. Студентам пожелали успехов и только хороших оценок. Важная часть программы – награждение участников различных квестов и соревнований. Заведующий кафедрой физического воспитания и спортивного туризма Евгений Баранов отметил победителей дипломами, грамотами и памятными сувенирами. Первое место в соревнованиях по рафтингу заняла команда факультета СБУ, группа 16. Ярким дополнением праздника стали творческие выступления студентов Академии. Вокальные, танцевальные номера, стихотворения. В следующем году Российской международной академии туризма исполнится 55 лет. Это первое в стране высшее учебное заведение, которое стало осуществлять подготовку кадров для сферы туризма и гостеприимства. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.